Через 4 года в России станет на 23% больше мультимиллионеров. Таковы прогнозы международной консалтинговой компании Knight Frank. По подсчетам экспертов, к концу прошлого года число так называемых ультра-хай-нетов в России составило почти 9 тысяч человек. Это на 330 человек больше, чем годом ранее. А к 2024 году количество мультимиллионеров вырастет до 11 тысяч человек. Впервые их будет больше, чем в 2014, когда после кризиса и воссоединения с Крымом число ультра-хай-нетов сократилось. В чем причина такого предполагаемого роста, объясняет директора Департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций компании Knight Frank Марина Шалаева. В исследовании мы открываем цифры не только по прогнозам роста ультрахайнетов, но также мы фиксируем, что происходило с численностью в предыдущие годы. И в России в период с 2014 по 2019 года произошло самое большое практически падение среди всех участников рейтинга. Падение численности ультрахайнетов на 15%. Постепенно после кризиса возвращаемся на предыдущий уровень. Такой показатель 23% по росту мы объясняем тем, что в целом уровень благосостояния увеличивается, уровень ВВП увеличивается. Эти цифры по количеству ультрахайнетов вернутся просто на предшествующий уровень. Конечно, исследование было подготовлено до новостей о коронавирусе, поэтому цифры не учитывают эти внешние факторы, которые, безусловно, влияют на макроэкономическую ситуацию и на уровень благосостояния людей. Там фондовые рынки сейчас тоже очень штормят, ультрахайнеты как-то пытаются, да, сейчас понять ситуацию, что делать дальше. Марина Шалаева, во всем мире число ультрахайнетов на ближайшие 5 лет по прогнозу вырастет на 27%. К 2024 году их количество составит почти 650 тысяч человек. При этом лидером по приросту станет Азия. Особенно бурный рост будет наблюдаться в Индии, Вьетнаме и Китае. Ультрахайнетом называют человека, чье состояние превышает 30 миллионов долларов. Исполнительный директор Визкей Групп Максим Тищенко частично согласен с прогнозами коллег. Показатель то, что у нас там станет больше миллионеров, это не говорит о том, что повысилась как-то производительность труда, повысился умственный капитал и так далее. Это все на самом деле говорит о том, что деньги начали еще быстрее обесцениваться. Если мы посмотрим, например, на миллиард долларов, буквально 5 или 10 лет назад, что можно было купить, какие активы, и посмотрим, что сейчас. Тот же самый актив будет процент на 20-30 дороже стоить. Это говорит о том, что ценность самих денег обесценивается, потому что доллар ничем у нас не обеспечен, Европу трясет. Если вы посмотрите, даже в этом исследовании говорится, что больше всего где появится новых миллионеров, миллиардеров. Китай, Индия, то есть и те страны, которые называются активно развивающейся экономикой, которые сейчас, в принципе, весь мировой ВВП в том числе и двигают. Поэтому сказать, что прям там что-то изменится коренным образом, я бы так не говорил. Деньги стало легче зарабатывать и больше, то есть, да, можно зарабатывать. В этом плане произойдет такой некий сдвиг. Максим Тищенко. Число долларовых миллиардеров в мире за год выросло на 16 человек. Всего в мире, по данным Knight Frank, сейчас живет 2335 миллиардеров, 103 из них в России. We'll be right back.